Всем привет, с вами Клевер. А сегодня мы поиграем в игру Хаос Пати. А Хаос Пати это называется домашняя вечеринка. Русский язык есть, вроде бы. Сейчас посмотрим. Language. Русион. Правильно. Ну все, а чё, ну давай. Поиграем? А что мне делать с этой шуткой? Нажми клавишу F1. Чё, первые руки ты можешь нажать правой кнопкой мыши на определенной части тела персонажа, чтобы попытаться них ухватиться. Блин, это местоположение такое. NCP тебя ожидает, ты ждешь какого-то NCP? NPC. Забудь о личном пространстве, возможно, понадобится до них доебываться, чтобы начать определенные шалости. Чё делать? Я сейчас пока ничего не понял. Ну, надеюсь, что-то интересное будет. Итак, сегодня вечеринка в доме у Мэдисон. Тебя пригласил твой друг Дерек. Конечно, он единственный, кого ты здесь знаешь, но стоит тебе зайти в дом Мэдисон, как ты увидишь целую толпу людей, с которыми стоит пообщаться. Смотри, как тебе повезло, здесь полно скучающих красоток, посмотри, насколько хорошо у тебя получится пообщаться с кем-нибудь из них, Билл. Может, даже не сегодня. А, не с одной. В этом городе много гами, все равно не в почете. Много гами, не в почете. Итак, поговори с Дереком. Так, one second, please, one moment. Сейчас я разберусь сначала. Так, чё, мне не на нашем написали сейчас? Дверь не открывается. Так, ну давай, а где мы найдем? Вау, телевизор в столовой. Ух ты, блин, а чё изучить? А похож на смарт-ТВ изучить, взять. Собрался делать. И куда же ты собрался это делать? Да я пошутил, чё ты? Да подожди ты, да можешь выйти отсюда, телевизор. А, вот. А кто это такие? Хорох, Фрэнк. Изучить. Фрэнк, ну так. Да еще, не вспыльчивый, лучше мне его не беспокоить. А, да сейчас, Чё, как у тебя дела, чувак? Стой, ты же не пьян, верно? Я совершенно трезв, я в говно, чувак, только что... 12 штанов силил. Шотов. Пойду попью апельсинового сока. До скорого, Фрэнк. Давай-ка я вот так, я в говно, чувак. Тебе конец, придурок. А что? Стоп, что? Ты чё делаешь-то? Ты чё, тварь? А я сейчас тоже умочали тогда. Вот! Давай! Вот, Кеннет, вот! А чё, мы подрались? Кто победил? Чё, почему гейм-овер-то, ребята? Чё? Нечестно так? Можно проснуться-то? Алло, плиз... Чё, он сдох, что ли? Left behind us tearing down the highway. А ты говори по-русски-то. Main menu, restart. Please go, чё? Так, короче, мы зашли в какую-то хату и нам надавали по мордам. Ослепи, затем трахни. Позволяющих этой истории нажми Y по умолчанию, чтобы открыть меню и с ней... Чего? Сейчас, секунду. Да это я понял. Чё Y? Вау, снять штаны! Снять штаны!
Я сняла штаны! Привет! Да я без штанов! Что это было сейчас? Hi, I'm Ashley. I'm Madison's sister. Привет, я Эшли, я сестра Мэдисон, рядом с тобой познакомиться. Черт, я бы хотел быть косоглазым и увидеть тебя дважды. Эшли, так значит, ты соведущая этой вечеринки, увидимся позже, Эшли. Так, во-первых, мне хотелось бы иметь запасную ногу, чтобы засунуть ее тебе в зад. Можно напороться. Чего ты там всплывает? Эшли, так значит, ты сын. Ну, увидимся позже. А классно мы с ней пообщались. Так, я вообще без штанов. Я же без штанов? Надеть штаны, снять трусы. Тебе там кое-что видно. Где? О боже, так могло произойти. Мой парень так планку мудачества на сегодня твоего. Желаю... Ты чего это всплывающее-то? Плиз, эскейп график. Сеттинг май... Чё ты ржёшь-то? Ты брала уроки по разбиранию сердец? Да что за хрень, чувак? Это же мои друзья! Прояви какое-то... Чё за... Сейчас, ребята... Прости, Дерек. Чё за оргазм? Кайфово. Так, внимание, дамы и слабаки мужики, я про себя отстрелю рубашки. I can teach classes on how to defend yourself in these situations. These flashing fucks are real. Окей, понятно тебе? Да понятно. What's a party without a little nudity? Какой набор вечеринок обнажёнки, Вена? Ты подождите вы мне, хоть какой-то... Оценила... Ладно. Серьезно, почему это произошло со мной? Потому что... По плану так всё. Во! Пицца, чё-то... Дерек, you don't understand. It's like living with a camp counselor at a Christian youth camp. Madison's not that bad. Поговори! Да можно вот это... Так, подожди. Пауза. Чё пауза? Ты хочешь... И что же ты хочешь, Эшли, так, значит, ты соведущая... давай. Что ж, сомневаться, что Мэдисон... Подожди. Назовет, I'm here if you have any questions about the crowd, including yours truly. As co-host of this evening, I'd be super bummed if you felt left out or whatever. Оргазм? Расскажи мне, так, увидимся позже. Вот, ребята, я так пока и не разобрался, там что за фигня мигает. Ну, дверь шкафа, и что открыть? Ну пока пошаримся. Мне же интересно, что тут есть. Вот, и у нас тут ничего нету, кроме швабры, да? Метла взять. Вот, метлу мы взяли. А зачем нам метла? Пока не знаю. Ну, пойдем кого-нибудь отоварим сейчас. Открыть. О, hello. Изучить. Так, Бритни. Одна из комнаты выглядит пусто, грустно. Да, поговорим. Привет, не думаю, что мы знакомы. Я Бритни. Эй, ты в порядке? Там снаружи тусовка идет вовсю, знаешь ли. Я знаю, я просто слегка неловко, я только что купила новый топ. Природа довольно одарена большими, но знаешь, я стесняюсь, не могу заставить себя выйти отсюда. Во.
Короче, она купила топ, у нее огроменные... Ну ты знаешь, и поэтому она стесняется. А нахрена тогда отделар топ? А стесняешься? Этот топ выглядит прекрасно на тебе, так... Я даже не заметил твоих сисек. Вот так. К чему этот сарказм? Извини. Ну и чё, давай дальше поговорить. I'm a little busy right now. Я сейчас немного занята. Смотрите-ка, опять ты тут совсем одна, у тебя нет косы, я могу всё равно тебя заценить. Чао, Карт, ну не знаю. I know. I just can't bring myself способ. To go out there. Maybe if there was a way I could be sure I wouldn't be the center of attention. Давай. I don't have a fire extinguisher, but do you mind if I light you on fire? Поджечь, чао, красавец. Короче, я так и не понял, что надо? Что ей дать? А, на метлу. Надо? Нет? Не надо, и метлу? Понятно, так, что тут можно взять? О, ноутбук, изучить? А, так, купить ПК, ввести пароль, ну-ка, открыть. Ага, не знаем пароль, да, что это? Понятно? Короче, мы будем все брать. Закрыть. А чё ты не идёшь-то? Давай поболтаем. Я сейчас занята, да и ну чао, занята ты. Иди попись туда. Занята, занята. Тут чё у нас? Открыть. Открыть. Оба, оба. Ребята, там что-то есть. Террариум. Велосипедный замок. Ага, изучить. Так, я смогу сбить замок раз-два. Так, использовать вот так вот. Открыть. Чего? Ты не можешь это сделать, похоже, дверь заперта. Ну, а использовать фляжка. Удалить. А, ударить. Так? Не работает. Понятно. Кто-то закрыл на велосипедный замок. А где нам взять ключ? А тут что? А ну тут пописить, покакать там, ну, это все дела, как и положено. Вау! Я себя видел. Стоп. Ага. Вот. О. Привет, ты уже здесь, что ли? Ну? Hi, I'm Ashley. I'm Madison's sister. Да я тебя уже понял. Черт, я хотел косоглазым, Эшли. Так, значит, ты соведущая арт-комната наверху, довольно милая. Are you joking? Calling that a nice art room is like calling a homeless camp a music festival. That right да, there, что сходку бомжей за музыкальный фестиваль. Чего, моя сестра, чего? Так, похоже, ты небольшой фанат just ее like искусства. Так, я Philip читаю. Madison is doing this for attention. Artists are cool and free spirits. Naturally, Madison's gonna try to be an artist. Then she can post all about it online and soak in the thumbs up and well done. It's not art. She is not. An artist. Ты что так говоришь-то? Понятно. That's what happens when I no longer have a place to center my zen. Serenity, Ashley, serenity. Now, very calmly, I would like to express that Madison is shit at art and that that room was much better suited as my yoga studio slash meditation chamber. Do whatever Понятно. You will. I'm going to find something делай, large and meet хочешь, a class не, that I can ничего, smash. Все, because that's замечай. Inner peace, motherfucker. Namaste. Как мазафака, ублюдки. На, да чё ты... Ну, ладно, чё. А дать тебе вот это надо? Нет? Не надо. Вот, и интересно... А, пульт от телевизора, да, книга. А, использовать... А, нет, это мы можем изучить, книга. Так, мы сейчас все поизучаем. О, фотоаппарат взять. Вот, потом пригодится. Так.
Ну, пойдем. О, тут мы вот в эти еще двери не заходили. Так, ну это ванна. Это шкаф. Так, и что нам надо делать? Ты далеко пошла? Далеко пошла? Hey again, how's it going? Снова привет, как вечер? Черт, я хотел косоглазым, так Эшли. Значит, ты соведущая, там наверху девушка совсем одна сидит. Oh, yeah. А Бритни, да, мне ее жаль, она загрузилась в причину ее. Так, понятно. Sure, there's nothing to worry about, but I just met her tonight, and only for like 3 seconds. You do that? Like, you're pretty fucking awesome. And to think I was thinking of ways to steal your credit card information. Only kidding. But I mean, if you want to write those numbers down. Понятно. Пойдем. О, привет, чувак, стой. I'm so drunk, bro. Я так пьян. А чем я могу помочь? У меня голова раскалывается. I could really use some aspirin. You don't happen to know where I could find some, do you? Чего достать? Случайно знаешь, где можно достать аспирин? А, тебе надо там пилюлю, что ли, блин? Аспирин? Ну где можно достать? А чё-то? Так и будет сидеть? Ну пусть сидит. Пойдем дальше. Что тут у нас? Дерек? Изучить это, Дерек, ага. Товарищка, понятно, давай, побазарим. Приятель, я рад, ты выбраться, должен тебе предупредить, мои друзья немного эксцентричные, называются Викинтрикс. Как дома, спасибо, что пригласил на вечеринку. I'm actually really Спасибо, glad you came. Пришел. It's been a rough week. I was looking forward to hanging with you. Да, тяжелая неделя там наверху. Yeah, it's a nice little spot, I guess. Местечко Madison does art up there. She, no. She's a very talented artist, and we've got to make sure that the art community is blossoming. And Madison's trying to embrace this art lifestyle, but it's not really her bag, from what I can see. Not really her cup of tea. Да, ты чё, пойду поговорю с Мэдисон, почему ты не смог ей сказать, мой рисунок неплохой, она решила нарисовать сову. Так, ну, пойду поговорю с ней. Мэдисон, Мэдисон, заколебали. Где она? Ауч! А, ударила пальцем ноги, самая... Слушай. Некуда лучше так. Да я понял. Mix that with any horse tranquilizer you might have laying around, then snort that powder through a rolled-up Можно не слушать вас, а? After that, you won't remember the pain. Как свалить? Thanks, так только, да? Нажимать? Ну, ладно. Look for friends elsewhere. Закончить. Ну, пойдем. Так, кто у нас? Ты кто? Изучить. Эми, новенькая. Пойдем-ка за. Побазарим. Стой. Побазарим. Okay. I'm Amy. Привет, я Эми. Привет, Эми. Я рад знакомству. Why, thank you. The pleasure's all mine. Я потерял свой телефон. Наш свой номер выглядит такого замусь. I think I just lost my will to live. Кажется, я только что расхотела жить. А чё такое? Ты чё такое? Hello again. Снова привет. Ты выглядишь изучающим. Oh. Yeah, I guess I have been kind of spacing out. Well, вот, ребята. It's just that I'm new in town and I'm trying to join a sorority. They got me doing a scavenger hunt as an initiation. It's due tomorrow and I don't have a lot of the items still. I'm thinking about maybe leaving the party and seeing if I can... Oh, wow. Okay then. Maybe I'll stick around for a bit and see what we can get accomplished. Thank you. Да, пожалуйста. Вот. А это что? Туалет. Так, придурок дерется, потом к нему подойдем, дадим ему по мозгам. А это кто у нас тут? Кто? Стефани, чокнутая, понятно. Швабру дать? Нет?
Maybe the good week. Hey again. Говоришь? How's it going? А, привет снова. Как тебе вечер? Черт, я хотел бы согласен. Мне хотелось запасную ногу тебе в жопу, я говорю, да. А если ты совсем что Мэдисон назовет? Короче, ребята, I'm here if you have any questions about милая, the show, including yours truly. As co-host of this evening, I'd be super bummed if you felt left out or whatever. Понятно. Oh, that's nothing. I lock up my closet because that's where I keep my waxing machine. Ага, понятно. Oh, yeah, you have no idea. I had to get the industrial-sized one they used in salons. It looks like one of those evil robots from Doctor Who. What can I say? I've got That's all. No need to keep talking about what's behind those doors. Don't mind me. I'm just gonna meander back to my room and make sure that side block is as secure as the infomercial said it would be. Прячешь ключ, ты уже знаешь. А... Пошли дальше. Нам вообще по заданию этот все бухает. Вот. Вот. А, это она закрыл. Открыть, вот. Не видно, закрыто или открыто. Привет, ты кто? Стой. А, это кто-то прекрасный, черт побери, выглядит. Так, это Дерек. Во, что такое? А, вот Мэдисон. Привет. Yeah, Leo was a kung fu fighting. Her kids leave them bitches crying. Кто поет? Ты? Can you feel that chokehold tightening? Давай. Patrick, I can't get to the fucking booth. Patrick, да, oh, да, sorry. Прости, I thought you were my cousin. Дерека, наверное, You're Derek's friend. Спасибо. Yeah, don't mention it. Derek was all, hey, I have this friend who doesn't know anybody because he just moved. I'm sorry, that was rude. My head is everywhere. You know that feeling when you love hosting parties until you're Uh-huh. Well, there goes my confidence for the evening. Good. Ну вот так. Ребят, hey, ну вот такая. Чё ты орёшь-то? Almost had to go sensei Frank. You know the big bald guy who sits downstairs? Понятно, oh, с Фрэнком каким-то. Well, speaking of, I gotta hit up Frank. Вот, надо тут, короче, ребята, изучать, общаться. Как на обычной вечеринке. Приходите, тусуетесь, общаетесь. А у нас что-то минут пауза есть. Ну, пойдем вот сюда. Yes, I did, Ashley. Patrick, you just can't say that shit. We're more than just that. Fuck, man. The, huh? I meant the whole truth about my sight and how it can liberate. Oh, man, bro, not the women are holes. I mean, whoa. Ого. Давай, давай, мочи его. А промазала. I completely forgot that Pappy still had milk delivered. Ебай, здесь такая, им нужна минутка успокоиться. Ты кто? Так, изучите. Так, кто такая дрочиня там? Крутая, понятно. Look, I know it's... Hey again, how's it going? Да как? Вы с Мэдисон похожи. Please don't compare me to her. We're not exactly getting along at the moment. Чё, у меня столько ответов-то много. Расскажи о гостях, отточнее... Эшли, по-моему, ты наступила на блевотину, Патрик. О, май гад! Чё? Пошла мыть ноги? На блевотину Патрика наступила! Патрик, привет! Тебе хари набили, ты в курсе? Бро, о, is that you? Sorry, I'm seeing double. I thought да, you might понятно. Be someone... Yeah, that was something else. That Rachel, she's a firecracker. Hmm, I should probably talk to somebody about... Вот, ребята, about... кому нравятся подобные игры, тут... А дальше тут можно будет купаться. Вот здесь, например. Всем пока! Она в кошлак... пошла куда-то. Чё, раз... Раз... А, развязать? You fucking asshole! Get the fuck away from me! Ты дебильный ублюдок! Ух ты! Ух ты! Пух ты! Ребята, подождите! Ёпарасоты!
Что я сделал? Она куда-то делась. Она исчезла. Всем пока!